Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, будет выставлена в Национальной галерее в Лондоне в ноябре 2011 года. До недавнего времени картина считалась утерянной. Картина, которая датирована примерно 1500 годом, изображает Иисуса Христа, который правой рукой посылает благословение, а в левой держит прозрачную сферу. В музее картина будет выставлена в рамках экспозиции «Леонардо да Винчи. Придворный художник Милана», которая открывается 9 ноября. Специалисты долгое время не могли определить местонахождение полотна, и поэтому предполагали, что оно было уничтожено. В середине 17 века эта работа входила в коллекцию короля Карла I. В 1763 году она была выставлена на торги сыном британского герцога Букингемского и вновь всплыла только в 1900 году, когда оказалась у британского коллекционера сэра Фредерика Кука. В 1958 году картина была продана на аукционе за 45 фунтов неизвестному американскому коллекционеру. Потомки Кука не знали, кем было написано полотно. Только в 2010 году после реставрации экспертам удалось подтвердить подлинность да Винчи. На сегодняшний день «Спасителя мира» оценивают в 200 миллионов долларов.